представляете, 2 года назад поставил амортизаторы задние, Каябы эти, вот дорогие, где-то там 1723 рубля штука, вот они такие симметричные, на Opel Corsa D. Вот, и как раз на 25-м месяце эксплуатации обнаружилось, что один из них потек. По особо ни по каким ухабам и ямам не ездил. Вот, отсюда делаю вывод, что брак. Вот в конце будут фото этого потекшего по сравнению с непотекшим. Вот, ну пробег всего лишь 12 тысяч километров. Ну, вот. Ну, мне мой мастер порекомендовал заменить один амортизатор, потому что выработка небольшая, то есть, скорее всего, это заводской брак. Вот, ну, либо я не заметил, как на какую-то яму наехал задним колесом. Вот, спасибо большое за внимание. Вот уже думаю, стоит ли дальше покупать амортизаторы этой фирмы. Спасибо за внимание.